Мечевой бой сегодня – это смесь средневекового рыцарского романтизма и современных технологий. Как вид спорта он вышел из клубов исторической реконструкции, но стальные мечи и кольчуги делали фехтование весьма опасным занятием. С переходом на пластик заниматься могут девушки и даже дети. Самые юные бойцы еще не ходят в школу. По размерам, то есть вот этот данный спортмеч относится к средневековому двуручному мечу. Вот. Есть даже такая номинация, то есть, где как бы бойцы спаррингуются, то есть, на именно вот этих вот спортмечах. Вот. Его отличие, естественно, от средневекового в том, что меньше вес, все приемы, которые можно использовать в историческом средневековом бою, полностью копируются, то есть, вот именно в современном мечевом бою. Соревнования продлятся 2 дня. Сегодня в индивидуальной программе на коротких и длинных, так называемых двуручных мечах. Завтра же организаторы обещают групповые поединки. Каждая команда выставит сразу по 5 бойцов.